Всем огромный привет! Сегодня готовлю легкий и очень вкусный салат. Такой салат прекрасно подойдет к любому праздничному столу, потому что получается он не только вкусный, но и красивый. Первое, что я сделаю, это нарежу крабовые палочки. Соломкой нарезаем свежие огурцы и болгарский перец. Полукольцами нарезаем красный лук. Если луковица крупная, то нужно взять половинку и нарезать четверть кольцами. Далее мелко нарезаем отварные яйца. И мне осталось нарезать только пекинскую капусту. Салат нам нужно немного подсолить и заправить майонезом или сметаной. У меня майонез домашний. Ссылку на видео, как я готовлю майонез, я оставлю в описании под этим видео. Ну что, пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Ну а я, как всегда, буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!